нынешний шаг властей по признанию Константина Затулина невластной фигурой в Армении является очередным давлением курса действующих властей Армении на сближение с Азербайджаном и с Турцией, подписание мирного соглашения с ними под эгидой Запад. И в результате этого сведение к минимуму или вообще к полному разрыву союзнических отношений с Россией. Потому что ничем иным объяснить такой шаг, когда человека, одного из главных сторонников армяно-российского союза в России, который неоднократно публично высказывал за необходимость большей поддержки Армении от Ацаха, всегда защищал право народа Ацаха на самоопределение, ничем иным не объяснить. Хотя, учитывая тот факт, что в последнее время в Армении персоной нон-грата объявляются даже видные представители армянской диаспоры из западных стран, которые выступают против Турции и Азербайджана, например, Папазяна, кейс Папазяна, которого представители французской диаспоры, которого якобы за критику действующих властей объявили персоной нон грата в Армении, говорит о том, что действующим властям не важны заслуги людей, их деятельность в пользу Армении и Ацаха. Минимум для них важнее личное отношение к ним, или можно это, опять же, расценивать как просто этап подготовки, такой информационной подготовки к разрыву союзнических отношений с Россией и сближению с Турцией и с Азербайджаном. Поэтому те люди, которые выступали против этого, нежелательны в Армении. Естественно, действия армянских властей будут негативно восприняты в России, и вполне можно ожидать, что на них будет дана определенная реакция, какая именно, пока неизвестно, но то, что это будет воспринято как открытый антироссийский шаг со стороны высшего руководства Армении, это однозначно. Тем более в преддверии ожидающейся трехсторонней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России. И я не могу сейчас сказать, именно будет такой зеркальный ответ признать кого-либо в России персоной нон-грата, потому что даже в нынешней ситуации мы смотрим, как бы заявление МИДа Армении, такое впечатление, что они даже не в курсе, и персоной нон-грата признают не парламент страны, а все-таки МИД. Да? Поэтому очень такая непонятная, неясная ситуация. Тут даже не исключается, что под давлением России вдруг выяснится, что это было просто пожелание некоторых депутатов от правящей партии, а не официальная позиция армянских властей, когда на этот шаг последует реакция Москвы, да? Поэтому я не знаю, что, не думаю, что это будет именно вот такой зеркальный ответ, да? Пока не можем об этом точно говорить, но то, что это будет воспринято как антироссийский шаг и на это последуют ответные действия, которые будут призваны вернуть адекватность армянским властям, то это однозначно.